Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Яндекс.Дзене, ссылочки в описании. Сегодня у нас 25 апреля. Целый день у нас была жара. Температура воздуха достигала 27 градусов. Очень жарко было днем. А сейчас вечер, прохладно. Градуса 22. Море спокойное, прозрачное. Люди гуляют по набережной, отдыхают, сидят на море. Очень много рыбаков сидит на бунах. Дует легкий ветерок. И в целом прекрасная погода. Время близится к закату. Почти 7 часов сейчас. А некоторые смельчаки даже решают искупаться. Вот, например, мужчина только что вышел из воды. А водичка, между прочим, 12 градусов. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!